Многие помнят добрый советский мультик о путешествии маленького катерка «Чижик». Он разводил почту в разные уголки Земли, побывал на Северном полюсе и в жаркой Африке. Свой «Чижик» совсем скоро появится и в Сарове. Идея его создания у Алексея Морозова родилась спонтанно. Да и реализовать ее было непросто, поскольку в кораблестроении Алексей пробует свои силы впервые. Однако трудности мужчину нисколько не испугали. Совершенно новое направление. Я, собственно говоря, чисто случайно, мы встретились с Михаилом Прохоровым, он говорит, что вот есть такая интересная вещь, показал мне видео на этом самом, ну, в интернете, и мне почему-то стало интересно, и мы с ним договорились, как бы этой темой заняться. Сначала связались с компанией, которая занимается изготовлением деталей кораблей, заказали каркас нужной модели. Затем полученные детали вырезали на лазерном станке, потом склеили. Сборка заняла около месяца. Впереди осталось самое сложное – оклейка и окраска, рассказал Алексей Морозов. Оклейка, шлифовка, там окраска, грунтовка и все такое прочее. Поэтому вплоть до того, что приходится звонить. Вот сейчас я собираюсь, наверное, на выходные поехать на мастер-класс в Москву, чтобы мне объяснили, как работать с определенными гель-коутами, потому что я никогда этого не знал, даже за название, ну, как сказать, слышал не то, что впервые, но для меня оно было редкостно. Корабль спустят на воду уже этим летом. Будет ли он катать детей или возить грузы, пока неизвестно. Но ясно одно – пылиться в музее Чижик не будет, а отправиться в свободное плавание. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.